Всем привет, ребят! Сегодня мы продолжаем прохождение игры A Story About My Uncle. Воу! Фак. В прошлой серии мы нашли какую-то непонятную деревню, населенную какими-то непонятными инопланетянами. И одна из этих инопланетянок сказала, что она знает Фреда. Причем Фред у них тут был вроде местной знаменитости. Как я понял, что он там им какие-то изобретения делал, какие-то эксперименты. Ну да, дядя у нашего главного персонажа, он супер дядя. Он был экспериментатором и так далее, изобретателем, экспериментировал. Он создал вот эту вот невероятную броню железного человека, которая на нас сейчас надета, с помощью которой мы скачем, с помощью невероятного крюка кошки. Что-то часто я сейчас говорил слово «с помощью». Словосочетание. Ну да ладно. Так, у вас тут какие-то... А путешественник в наших стенах. Да здравствует... О, привет, в смысле. Мое имя Самуэль. И мы... Я... Он говорит, что наше имя. Что он как бы... Ты знаешь, где дядя его? Он ушел... Без слова, как бы, ничего не сказал. Я пытался его найти. Ага, он заряжал вот этими кристаллами свою броню. О, супер кристаллы. Она хочет помочь. Обосраться можно, твою налево. Фона такая стрёмная, боже мой. Фу, я ухожу от вас, вы такие стрёмные. Да, что-то они тут говорят на каком-то слишком... Ну, пока в этом спорте. Что-то они говорят на каком-то вообще непонятном английском с кучей жаргона, ну да ладно. Вау, не подходи ко мне, демон. Это она так бежит? Какая-то лунная походка задом наперед, серьезно. Да, он мне сказал, что типа, если ты найдешь ее, вот эту вот бабу Маделину или как ее там, если ты ее найдешь, будь как бы с ней осторожен, не дай ей пораниться. Воу, кристалл, я подобрал кристалл. И вот я его подобрал, и что-то произошло. У меня как бы вот третий индикатор загорелся на перчатке. Что теперь мне делать? Что мне это дает? Это путешествие было, возможно, небезопасным для меня, так же, как и для Мэдди. Ну, вот этой вот бабы-инопланетянки. О-о-о-о-о. Так, а тут у нас что? Уи-яуч. Что тут, лава? А, нет. Тут просто вот эта вот коллекционная хрень. Какая-то коллекционная... Мы ее собрали. Я надеюсь, что у меня сейчас не будет лагать, как в прошлой серии. Потому что... Ну, это будет жестко. О, господи, притягивайся к потолку. Супер. Я даже выжил. Я там стоял на каком-то волоске. В общем, надеюсь, у меня не будет так лагать, как в прошлой серии, а то вы наверняка... Ну, я еще не пересматривал эту серию, но вы меня наверняка слышали обрывками, типа... Так что это нехорошо. Ой, как нехорошо. Тихо. Так, и мы пролетаем красиво под аркой. И... я долечу. Нет. Окей. Что мне дает третий индикатор на перчатке? Ауч! Вау, это было эпично. I am Iron Man. Давай, полетел. Давай. И... О.
Супер. Вот тут уже посложнее начинается. Действительно начинается посложнее уже. Всякие головоломки уже становятся более трудными. Ну как сказать головоломки? Миссии, где надо просто летать. Да, никто бы никогда не подумал, что миссии, в которых нужно всего лишь летать, могут быть трудными. Я уже задолбался просто умирать. Поэтому я... Так, тихонечко. И последняя арка, давай. Наконец-то. Дайте мне кто-нибудь ачивку или сохранялку. В этой игре всего лишь 5 ачивок. Или одна. А, стоп. В моей версии ведь нет ни ачивок, ни мультиплеера. Блин, я забыл. Валим отсюда. Лагает! Убегай. Я, пожалуй, немного... Чёртовы лаги! Я, пожалуй, немного помолчу, чтобы вы меня обрывками не слышали. И вы наверняка эту фразу слышали обрывками. Нет. О, вроде уже не лагает, я могу болтать. Хотя во время того, как ты скачешь на этом крюке кошки, даже и поболтать-то не о чем. Нет, да, твою направо, я уже задолбался это проходить, еще и лаги, хотя уже не лагает. И слава богу. В последнее время что-то игра начала лагать. В первой серии так определенно не лагала. Дотянусь! Что же у тебя такой крюк-то маленький? Не мог твой дядя создать броню покруче? Ну давай! Дотянулся. У меня уже начинает немного бомбить из-за этого. Начинаю уже немного беситься я. Темнота поглощала меня из-за того, что сзади меня уже были вот эти вот огоньки из деревни. И то есть там было гораздо темнее, чем в деревне. Я офигел, короче, как здесь стало темней. Тени были как чернила. Темнота — это то, с чем боролись люди из деревни, или они боролись с чем-то еще? Как-то так это переводится. Из-за того, что я взбешен, уже начинаю немного странно переводить. Неточности имеются, сам понимаю. Ладно, главное успокоиться и нормально переводить. Мы сделали это как... Я промолчу, окей. Я хотел сказать, что мы сделали этот гриб красивым, но нет. Оп! Най, быстрей. И на другую. Твою налево! Тут хотя бы не так лагает, поэтому это место мне нравится гораздо больше, чем деревня. А то в самой деревне, вот в самой глубине, так сказать, в самом центре деревни так дико лагало. Давай ты уже, блин, что-то я не долетаю.
Ай, этот крюк кошка, он очень маленький почему-то. Воу, трещины остаются. Что? Здесь реально остаются трещины? А ну-ка. И они навсегда остаются? Окей, офигеть. Блин, тут уже сложней. Гораздо. Я аж начинаю запинаться, и от этого моя речь звучит как речь какого-то дауна. Я тогда помолчу немного. Вообще, комментарии к этой игре были абсолютно правдивыми, что игра на 10-15 минут, побегать, попрыгать, почувствовать себя Спайдерменом и удалить. Ну ладно уж, раз уж я начал прохождение. Так, а тут у нас что? Какая-то непонятная надпись и какой-то непонятный цветок. Воу! Серьезно, это все? Я думал, я сюда за каким-то бонусом шел или за чем-то интересным, а тут эта хрень. А! Как бы мне эта игра не надоела, я ее все равно допройду. Потому что я говорил в прошлой. Оу. Я рад, что ты пришел. Извини, что было до этого, я просто взбесилась немножко. Они уверены в том, что они делают, но они не любят ничего нового. Я сказал Маделине, что это не важно. Я спросил у нее, что это за книга. А, это секретный язык, словарь секретного языка. Они называются стрейсеры, которые, ну, стрейсеры, как бы стрейсы, которые говорят на этом языке. Ага, значит, это на секретном языке стрейсов этих написано. Твою налево, обосраться, у нее зубы такие стрёмные. Уходи от меня, уходи! Воу. Ты ведь не собираешься бросить меня? Окей, погнали. Ну, блин. Мандолина, Мандолина. Мандолина. Мандолина забралась мне на спину, и мы, короче, попёрли в приключения. Ауч. With Maddie on my back, I had to be careful not to bump her head on the ceiling. Главный персонаж говорит, что эти туннели очень узкие, и они как будто сжимались, и как будто их кто-то выкопал сам, не природа. И на спине с этой бабой мы должны быть типа осторожными. О май гад. Куда дальше? Куда дальше? Ну ё-матрё, ну может хватит уже меня так троллить, игра. Ну как сказать троллить? Я имею в виду бесить. И опять этот цветочек бесполезный. Еще одна сохранялка. Я путаюсь. Где я вообще? Что происходит? О, это что, какой-то ад, что ли? What the fuck? Ну давай. Ить. А, тут твою направо. Как меня это бесит. Давай. О, супер, я продвигаюсь. Тут еще какой-то непонятный язык. Strays were ordinary people living in the village long ago. They disagreed with the old traditions and left to form their own village, or they were thrown out from misbehaving.
Там мне плевать. Эти стрейсы, которые говорили на непонятном вот этом языке, они раньше жили в этих деревнях, но потом появились новые чуваки. Вот эти вот синие уроды. Ну, слишком уж они страшные для людей. Ну, или для кого-нибудь еще. Ой, допрыгну! А-а-а! Я был так близок! Просто на расстоянии вытянутой, блин, ноги я был. Твою ж налево. Притягивайся. И вон туда еще притянись. Притянись, твою мать! Хватит, нет, я не упаду. Скоро у меня пойдет реакция, как в Dark Souls, когда я... Ладно, неважно. Да, господи Иисусе. По всей пещере было очень глубоко. What faint light existed down there was getting fainter. I was really glad that I wasn't alone. Так, ну все, все будет хорошо. Теперь надо успокоиться, успокоиться! А-а-а! Бесит, 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 бесит. Теперь надо успокоиться. Успокоиться. И все будет хорошо. Я не буду беситься, да, все будет хорошо. Даже когда я буду падать, я буду не беситься, потому что я снимаю. О, нет! Да. Beware of what? Остерегайся. Написано. Мне уже плевать, куда я иду. О, боже мой. Мы нашли еще одну. Так, сколько у нас их уже? Collectibles 1 из 5. А-а-а. Это, по-моему, вообще альфа или бета игры. Или нет? Что-то я никак не пойму. Вроде как все об этой игре говорили. И вроде как она вышла, никто и не заметил даже. Ну, то есть, я такой, типа... О, история about my uncle. Она разве вышла уже? И никто по ней не снимает. Что это было? Я никогда не слышал, чтобы какое-то животное кричало так ужасно. И пугающе. Ну, не долечу, это понятно. Терпеть, терпеть, терпеть. Да. Все, я спокоен. Правда, нет такой песни. Я начинаю нести бред, я начинаю нести абсолютный бред. Это ужас. Это то, чего я всегда боялся. Я начинаю нести бред в летсплее. Я жив. А куда дальше? Оу. Да почему не дотянулся? У меня тут хотя бы теперь сохранялка есть. А, вон туда мне надо. Видишь это светящееся растение здесь?
Я не помню, что произойдет, если ты за него схватишься. Или посмотри, что будет, если ты за него схватишься. А какое растение? Тут много светящихся растений. Вот это вот? Told you so. Я тебе говорила, что это будет круто. Да, оно засветилось, как круто. Можно я ударю тебе башкой об камень? Мэдди Мэтт, блин, или как там тебя? Мэдисон, мать его. Мне это уже вымораживает все. Сколько вообще длится эта игра? Peace. Peace for you, peace for me. Где? Я ничего не вижу. Что? Я вообще ничего не вижу. О да, как круто. Вот. Теперь тут светло. Где я? Что? А вот тут темно. Ну, как круто. Куда мне теперь, я не пойму. А, блин. В этой игре всегда надо смотреть на потолок. Если не знаешь, куда идти. Ну почему такой... почему такой маленький крюкошка у тебя? Здесь очень темно, да ладно. Тебе не страшно, потому что мне нет. Или наоборот, он сказал, что типа тебе не страшно, а она сказала тебе мне нет. Так как? Что? Куда? Оу. Ну окей. Просто реально, куда здесь прыгать? Ух ты. А она реально освещает. Вау. Полезная штука, оказывается. Уи! Только как мне... О. Предупреждать надо. Ух ты, я прям на обрыве стоял, что ли? Или мне показалось? Я аж испугался, так я прыгнул. Теперь нам надо освещать себя. Фред был первым деревенским жителем, который родился. Он мне помог построить деревню. Он научился меня писать и читать. Ох, что с этим Фредом не так вообще? У него какой-то долбанутый дядя у нашего главного героя. Придумал какую-то броню, какие-то эксперименты проводил, какую-то непонятную подземную деревню построил с какой-то маленькой уродливой бабой синей. Ужас. What the fuck? What the fuck? Воу, чувак, я думаю, что про этот глаз и писали про стене, на стене, что типа опасайтесь. Не двигайся, когда глаз открыт. Было написано на стене. Ну что же, это страшно. Ну как сказать страшно, он... Это было неожиданно, я бы сказал. Спи, спи. Спят усталые игрушки. Давай. Музычка заиграла какая-то. Да.
Нужно быстрее, быстрее. Иначе глаз меня увидит. Какой же он стрёмный. А! Спи, спи. Спи, черт тебя возьми, быстрее. Ого, мне сейчас прямо рядом с его глазом пролетать надо. Он что ли как какая-то акула или вроде того? Ой, ой, он открыл глаз, он открыл. Он нас... Махать, ты страшный, ты страшный, ты страшный. Что? Что происходит? Окей, на этом моменте я, пожалуй, закончу. Всем спасибо за просмотр. Серия наверняка получилась короткая, ну и да пофигу. Всем пока.